31-летний житель Индонезии Байли Уайян Самардана работает автомехаником у себя в деревне и уже как полгода живет с бионической рукой собственного производства, которую он сам создал благодаря опыту в сварочных работах. Ведь его левая рука по неизвестным причинам оказалась парализована, и чтобы не потерять работу, ему пришлось сконструировать для своей руки внешний усиленный каркас. Примечательно, что молодой человек использовал лишь подручные средства. Единственное, что он приобрел за деньги, это датчик, который отвечает за движение руки. По словам конструктора, он приобрел его всего за $330. Устройство расположено на голове и считывает поступающие из мозга сигналы. Чтобы информация была распознана верно, приходится сильно концентрироваться на нужном действии. Процессор, расположенный на спине, обрабатывает эту информацию и трансформирует ее в команды для механической руки. А вот единственная проблема с рукой – это быстрый расход батареи, при том, что заряжать ее приходится около 8 часов, а заряда хватает на гораздо меньшее время. Но молодой изобретатель не унывает и продолжает работать и усовершенствовать свою механическую руку.